Все и каждый используют быту щелочные пальчиковые батарейки и аккумуляторные батареи. Но мало кто обращал внимание на значок «не выбрасывать в мусор». Выбрасывая отработанные источники питания в мусорное ведро, вы подвергаете себя опасности. Так как, попадая на свалки, под воздействием природных условий, корпус батарейки разрушается, содержимое окисляется и вытекает в землю. А далее попадает к нам в пищу, вызывая заболевания разного рода, от рака до проблем с центральной нервной системой. Не выбрасывайте отработанные батарейки в мусорное ведро. Сдавайте их в пункты сбора. Наши экобоксы установлены в Тирасполе, Бендерах и Дубасарах. Общественная организация защитников природы «Чистая Республика».